95-75. Мужики, опять битрейт что-то тут дает о себе знать. Не понимаю, в чем трабл. Брат ногу сломал. Крепись, братик. Как сломал вообще? В смысле сломал? Ку, мужики, ку-ку-ку-ку-ку. Так, такси. 95-75 такси, мужики, запомни, 95-75. Lexus. Привет, 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 мои. Чё сам? Я вам сейчас все объясню, пацаны. Я вам сейчас все объясню. 95-75. А запомните, мне надо просто на таксу залететь и поедем в отель. Смотрите, мужики, хочу пообщаться. Офай. Хочу пообщаться немного. Потому что чувствую себя виноватым, то, что я не стримлю. Меня это начинает голод. У меня началась тревога какая-то очень сильно внутри. Даже после этой хуйни. То, что я нихуя не делаю. Меня это раздражает. Здорово. 95-75. Сука, не путайте цифры. Я же сейчас такси проебу. 95-75. Верно? Блять, вы чё, суки? Не путайте цифры. Я же не сяду сейчас в машину. Заностаса, я видел, я запостил бы Молдову это. Я видел, мужики. Сейчас. Где мое такси? Так, пацаны, короче, смотрите. Пока все в сборе, сейчас все собираются. Да, я видел, Стас занес, я очень рад, что он занес. Наконец-то он что-то выиграл, потому что... Это полный пиздец. Он же, сука, лудоман, он же все въебует и никогда ничего не выводит. Я рад, что он выиграл очень много денег. Но хочу вам сразу сказать то, что, бля, ребят, ему повезло, но вам может и не повезти. Так что вы тоже не заигрывайтесь, блядь. Такая хуйня, понимаете? Все-таки Бурмалда это очень опасная хуйня. Так что не думайте, что так работает. Хотя, знаете, типа, просто многие... Сейчас я чуть играю. Это... Будет, что он сказал? Он будет квартиру в Дубае покупать для ВНЖ. Ух, нихуя себе. Ну, ему не хватит все равно. 200 тысяч баксов, это не так много. Хотя, может хватит. Тем более, тут ВНЖ, чтобы сделать, не надо квартира. Он занес 20 миллионов. Кстати, больше всего. Больше, чем я. Но я не стремлюсь заносить такие цифры. Блять, а где мое такси? Он же должен был заехать сюда. Что за бред? Подожди, 20 лямов это сколько в долларах? Там скилзол штрафы собирает. Так я только тачку ему оплачивал, не штрафы. Но я ему тачку взял, но я штрафы оплачивать не буду. Вошел нахуй. Блять, вот моя. Сори. Все, сажусь. Короче, смотрите. Hello. Оп. Let's go. I have iPhone charger. Какие планы? Я сейчас все расскажу. Сейчас все соберутся, мужики. Я все расскажу вам. Планов много, кстати. Очень много. И очень много. И сейчас я буду делиться с вами планами немного. Потому что я тут напридумывал кое-что интересное. Ну как я? Не я, не только я. Короче, смотрите. Ну сейчас еще все пускай соберутся. Что с камерой? Я ее коснул случайно. Кто будет? Я сегодня соло буду. Я еще раз объясняю, еще раз говорю. Потому что в Телеграме очень много пишут мне, типа, что я хуесос. Мне это не сильно нравится. Потому что это безнаказанно пишут, но это пишут без, блять, ну по факту так и есть, сука, просто, понимаете, меня вот тут-то вот это мне что-то гложет, у меня тревога какая-то немножко, гложет то, что я не стримлю, меня это раздражает, начинает раздражать, потому что я очень долго так не делал, но мне очень приятно, что типа меня сэвят, ну дефают в ТГ, дефают еще в том плане, что там типа писал, я видел, типа, да он 400 стримов в год стримит, дайте ему отдохнуть, сука, дайте, но я уже поняли, я тут закрыл свой гешталь,
А по типу, ну вот Слава Днюху мы отбыли, все, я уже думаю, блядь, ну все, ну типа, надо возвращаться. Просто это пока единственная страна Дубай. Я вам скажу честно, искренне, то, что меня тут как-то время, оно обходит стороной. Объясню, типа, если я еду куда-то в Европу, я больше 3-4 дней не могу там находиться. Я хочу домой, я хочу работать, я хочу что-то делать, стримить и так далее. Здесь же, я тут уже 2 недели, и как-то у меня этого чувства нету. Типа, я такой приехал, блядь, такой, типа, пиздец, типа, ну и чё, ну, типа, похуй. Ну, не то чтобы похуй, но, типа, прикольно, классно ощущать. Ну, как-то на чили, понимаете, типа, ничего не хочется делать. Но я понимаю, что, короче, есть еще одна тема, я понимаю, что просто я вернусь, и будет очень много, много придется чего делать. Я могу, наверное, уже вам рассказать, потому что я не рассказывал. Я Макс и Ренат, Макс меня позвал к себе, я не знаю, он рассказывал, нет. Мы в Стамбуле со 2 числа начнем делать ИРЛы. Типа по 6 часов, думаю, где-то так по 7. Связано с машиной. Связано с машиной. Это будет, наверное, 3-4 дня. Мы будем стримить жестко. Посмотрим. Но, типа, я очень сильно горю этой идеей. Мне очень пиздец понравилось. Я очень рад, что меня Максим позвал. И Ренат будет, и брат Рената. Я думаю, это будет очень смешно и весело. Я прям, ну, не то чтобы супер уверен, но я, типа, очень хочу в этом поучаствовать. Очень хочется, типа, что-то сделать такое прикольное. Но я вам говорю еще раз, пацаны, не ожидайте сверх какой-то хуйни. Просто давайте так, я вам объяснял ранее, и объясню еще раз то, что, блядь, я в туннеле спускаюсь. То, что если я что-то говорю, это я не говорю, типа, блядь, мужики, такой разъеб вас ждет, такой разъеб, что вы потом не пришли на стрим и мне не сказали, типа, блядь, где разъеб. Поняли? Типа, просто идеи, делюсь с вами, просто идеи, без хуйни, без ничего, без ничего этого. Это все будет в Стамбуле у нас. Свобода таксиста доебаться. Зачем, блядь? Это же обычный человек, как и мы все, блядь. Зачем кому доебываться? Я не люблю такую хуйню, блядь. Уважайте людей, ребят. С Владосом, когда стрим с Владосом. Я объясняю дальше. Смотрите. Вот это мы все делаем в Стамбуле. Делаем движ Париж. Писим. Да? А потом опять пишешь, что устал? Нет. Почему я, типа, мы должны были, я думал, чуть позже сделать, но похуй, надо сделать уже, чем побыстрее. То, что 6 числа я лечу в Варшаву. Мы с Палагином здесь, нам не удалось записать Грязюку 2. Не знаю, какая она будет. Не удалось записать Грязюку 2, потому что то Влад занят, то я, то Влад тут поехал на неделю, там у Моргена Днюха они там висели, то Влад приехал на 2 дня, мы с ним увиделись, попиздели, он поехал там в Казахстан делать работу дальше, и мы, типа, у нас никак не получается. У нас была одна дата, но и в эту дату я не хотел стримить, потому что, ну, не то время для стрима было. Так вот. В Варшаве сколько буду по времени? В Варшаве буду до 9-го. Поедем в Варшаву с Владом. Постримим ИРЛ-чик там. И постримим трек. Сделаем трек вдвоем. Сделаем Грязюку 2. Вот. Не знаю, какая она будет. Очкую, пиздец. Придется выбить, чтобы быть более уверен. Потому что на очке. Ну, блядь, какой с меня рэпер, блядь, мужики. Я не знаю. Понимаете, просто когда мы сделали первую Грязюку... Типа, я такой думаю, блядь, ну и кринж. Но сейчас, блядь, ну это ж прикольная хуйня. Сейчас как, ну, Грязюка какая-то как вино. Понимаете, оно как в бочке настаиваться, и с каждым годом все лучше и лучше. И как-то уже не так кринжово слушать, блядь, как-то уже охуенно. Как-то уже вообще супер, блядь, это слушать. Типа, не знаю, как это работает, ну просто не знаю. И я не знаю, что будет, какая будет вторая часть, как оно все пойдет. И я волнуюсь в этом плане. И потом мы полетим в Ригу с Владом. Вместе полетим на концерт Лимбо. Я спросил у Лимбо, могу ли я там ИРЛ постримить. Ну просто, ну, потому что я не могу тоже в наглую, знаете, залететь, постримить. И сказать, типа, ну что, бро, можно. И да, и вот так. Постримим в Риге ИРЛ с концерта Лимбо. Как тебе зовут Стаса? Я говорю еще раз, я очень рад. По поводу по поводу вообще сегодня. Сегодня у нас будет стрим с Вади на Ютубе. Если у меня есть мои прекрасные модераторы, они могут поделиться ссылкой. Если где-то, сука, есть мои модераторы, они могли бы и скинуть то, что я стримлю на Твиче сейчас. Желательно. Я очень вас сильно прошу, может вы зафоловитесь на мой Ютуб-канал. Не кидай только YouTube-канал в чат, долбоёб, блядь, ёбаный, сука, куда ты,
кидаешь, блядь, нельзя кидать. Нахуй, в ТГ, блядь. В ТГ, меня сейчас забанят, блядь, еще. Так нельзя делать, нахуй. Так нельзя делать, ебаный тебе по черепу. Можно что или можно? Че, можно, блядь? Так можно или нет? Мне кто-то говорил, что нельзя. Можно? Ну, мой YouTube-канал, да. У меня там, типа, фоллоуте. Сегодня будем стримить с носиком. Будем кататься на тачке, пиздеть. Ну, почему я вообще создал YouTube-канал? Объясняю. Все мы знаем про Twitch, про некоторые ограничения. И рисковать своим Twitch-каналом я не собираюсь вовсе. Вовсе не собираюсь рисковать. Я не хочу получать бан здесь, потому что смысл жизни, вся хуйня. Ну, это единственное занятие, которое мне нравится в жизни, я этим люблю заниматься. Никогда не перестану этим заниматься. Ну, может, когда у меня ребенок появится, я не знаю. Да, я пуси, да, я пуси. Данный, из-за того, что я не бурмальдю. Но мне похуй. Есть что-то важнее, чем бурмалда. Это вы. Это Казя говорит, сука, дурачок, блядь. Это канал. Лагает, да, я знаю, что лагает здесь, блядь, очень сильно, почему-то на пальме. Почему именно YouTube? Объясню, почему YouTube, потому что я пообщался с Диманом, лордом, мы классно все обсудили, он мне много чего рассказал, и поэтому YouTube. Какие-то бляски я не хочу, какие-то другие движухи я не хочу, поэтому так, и там у меня уже есть контент, я уже придумал. Брат, есть варик к зубу слетать сейчас. Тяжко с этим. Сейчас объясню все. Thank you. Bye. Блять, ну а что по интернету у нас? Что у нас по инету? Что у нас по инету, мужики? Что у нас по инету? Есть инфа? Thank you! Пиздец, да, по инету? Сойдет. Ну не сойдет, так не должно быть сейчас. Да не сойдет, ебать, так не должно быть вообще. Вы че, ебнулись? Мужики, так не должно быть. И шо хочу еще сказать? Ты домой приехал? Нет, в отель. Еще срать хочу люто, пиздец. Я знаю, что со Стасом ролик снимали, мы хавали в ресторане. Пиздец, я наелся. Я еще утром просто ел, и еще я наелся со Стасом. Я так подохуел, блядь. Я тупо сейчас пойду это все как выброшу, уйти. То надо немножечко, ну, пописать, во-первых. Вообще, прибрали мне или нет? Так, все, я пока don't, блядь, уборку. Сделайте мне по-братски, я хочу пописать. Ну, никто ничего не убирал, ну и похуй, я тут бы, в принципе, ничего не дрочил. И что я хотел еще сказать. Сегодня на YouTube-канале, пацаны, подпишитесь на YouTube-канал, потому что тренировки забросил. Нет, мы, кстати, идем сейчас на тренировку с вами качаться, мужики. Потому что, почему я тут не стримлю? Потому что, блядь, я же говорю, я отдыхаю, нахуй. Почему я со всеми не стримлю? Потому что все стримят. Плюс я, ну, как-то не хочется мне. Ну, падла мне, короче. Поэтому, блядь, мы сейчас идем на тренировку. Потом я еду к Ваде на виллу. И мы будем заниматься там. Будем стримить. Так что это будет стрим не длинный. На полтора часа я потреню и все. Когда с зубом встретитесь? Ну, давай так. Мы посмотрим, что там по пандемии в Китае. И посмотрим, как вообще все обстоит. И мы можем поехать, в принципе. Что мне бояться, ебать? Я... Да ты охуел. В смысле я охуел? Я хочу ссать, блядь. Очень сильно. Я, сука, ссу, как тварь.
Блять, а что мне делать нахуй? Я хочу пописать, пиздец. И не пиздите, что сидя ссать, это кринж. Это нормально, блять. Лудики суть сидя. Конечно, блять, чтобы крутить бурмалду, блять, во время того, как ты писаешь. Так вот. Нихуя я, сука, надула меня. Кринж, кринж, да. Руки, я даже хуй руками не трогал, честно. Почему ты не вовлекаешь, почему ты не вколишь себе лептилоид в шеду, чтобы эстетически сделать красиво? Блять, брат, ну типа я что, вумен? Я девочка, чтобы быть красивым, супер. Блять, я что, хуёво как-то выгляжу? Да, обычное лицо нормального типа. Нахуй не ебаться с этим. Да я нормально так выгляжу. Я не вижу вообще проблемы с пиздачком. Типа, и что? Ну да, он меня немножко такой, блядь, деревянный, нахуй. Оп. Оп, нахуй. Ну не суть. Ну да похуй, блядь. Ну что в этом плохого? Что в этом плохого? Вот эта хуйня, Реданавис, боже, это такой кринж. Я просто в ахуе, блядь. Я просто... Мне пишет мапки в ТГ. Типа в комфу пишет. Там типы какие-то пауки. Пауки. Я думаю, блядь, что за кринж? Я, сука, захожу только в ТикТок. И у меня, блядь, весь ТикТок в этой хуйне. Неформалы. Фул, блядь. Аниме типы какие-то идут ебашить других типов, все друг друга ебашат, у меня вся лента как типы ловят других типов, стригут их, они парикмахеры. Блин, это, блядь, типа анимешники против парикмахеров, почему другие типы их ловят и стригут, блядь. Типа, что это за хуйня? Ну, типа, они спрашивают, как стричь там под бокс, блядь, полубокс, полуёс. Ну, как они, нахуя они их стригут? Типа, они что, парикмахерской работают? Это, типа, что-то честь парикмахеров задели, я не пойму. Не, ну если серьезно говорить об этой хуйне, то это полный кринж. Типа, подростки, 15-16 лет, ну, я не могу сказать, что аниме это виной. Я просто почитал пару статей, говорят, что это все из-за аниме. Блять, да аниме такого не пропагандирует никогда. Оно никогда не говорит, ребят, собирайтесь в стаи, идите, блять, других типов наказывайте. Пиздец, такого нет. Я смотрел это аниме, а Hunter x Hunter. Там такой хуйни даже нет. Это просто пиздец. Люди, не понимаю... Насколько надо быть неведомым, что просто какой-то тип, какой-то школьник собирает типов и пропагандирует, типа, говоря им то, что давайте соберемся, все будем пиздить. Это же так круто. Это не круто. Алло, это не круто. Блядь, физическое насильство, это пиздец. Это вообще надо быть попаянным, чтобы такой хуйней заниматься. Я не понимаю, просто у меня горит с этой хуйней, честно. Типы просто бегают и гасят других типов. Нахуя этим заниматься? Займись чем-то полезным. Пиздуй книжку прочитай. Займись спортом. Иди, блядь, ну я не знаю, с друзьями посиди, попизди. Зачем ты этой хуйней страдаешь? Окей, он самовыражается. Да, блядь, да должно быть всем похуй, как люди самовыражаются. 21 век. Я не понимаю просто. Меня это триггерит. Типа, если чел хочет покрасить волосы, нахуй ему за это предъявлять. Типа, и что? Это его стиль, это его волосы. Он так хочет, его жизнь. Давай, ты вообще не имеешь права ничего об этом говорить. Тебе нахуй не нравится? Не смотри, блядь. Он тебя как-то зачипает, он идет себе, нахуй, он нарушает как-то твое личное пространство. Блядь, меня просто с этого пиздец вымораживает. Что куча типов возомняли себя какими-то уравнителями, и они ставят какие-то планы, ну, какие-то режимы, планы обществу, и пытаются, типа, еще кайфовать с этого. Я не понимаю этой хуйни, меня всегда это раздражало. Да, типа, блядь, ну это про полный кринж. И тип, блядь, я видел просто тип, скилл. Сними с кого-то проститутку. Блять, лол, забань его, там он запреткой наебашил. Алло! Лол! Наоборот, офников пиздят, а не офники пиздят. Блять, да зачем вообще пиздить кого-то, блять? Это бессмысленно. Это просто бессмысленно. Это просто бессмысленно. Ну, это ни к чему хорошему не приведет. Просто, блять... физическому насилию и дэмэджу по морали, по всему, блядь. Ну, пиздец, я просто в шоке. Чем, и это, понимаете, это какой-то тип просто говорит, давайте все соберемся и начнем тулить типов. Блядь, это просто пиздец. Ну. У нас такой хуйни в детстве не было. Типа, ну было, у нас гопники были, да, вот это все, ну, блядь, но... Все как-то на районе решалось, с пацанами, блядь. Никакого медиапространства, тыры-пыры. Помой волосы. Не пиздеть, блядь. Да ходи нормально, я трогать не буду. В смысле нормально, блядь? Может, я сам решу, как мне нормально ходить вообще? Хочу ли я волосы покрасить или ногти, блядь? Это мое, моя задача, мое, это мое мнение, это мое право. Как хочу, так и делаю. В смысле, ходи нормально, блядь.
Дядя, если ты ходишь, допустим, в какой-то обычной футболке, и тебе приходят 10 типов и говорят, блядь, Вася, что у тебя футболка обычная, не хочешь одеть розовую? Блядь, нам это не нравится, мы тебе сейчас сломаем шею тут, потому что нам не нравится твоя футболка. Блядь, это ж полный пиздец. Я считаю, что не должно так быть. Ну, в GTA 5RP, конечно же. Не, никому не угрожаю, ни в коем случае, ребят. А ты в каком районе жил? Возле вокзала или где-то возле дальницы? Возле вокзала жил, бро. Ты главный? Нет, я ничей не главный. Я вообще не хочу даже ассоциироваться с этой хуйней. Злой, почему у тебя от шеи? Почему тебя еще не отпиздят то, что зато шорты? Что ты, блядь, пишешь? Нихуя непонятно. Стрим с отцом будет, да, 1 марта я прилетаю, у нас стрим с отцом и с Диманом. Почему постоянно в одной рубашке? Я объясню. Потому что я не вижу смысла в Дубае что-то покупать. Потому что, блядь, у меня в Варшаве вещи ждут меня. Типа, я не набрал, блядь, мы же с вами выбирали лук, я набрал кучу вещей, они меня ждут в Варшаве. Нахуй мне, блядь, тут здесь что-то покупать. Типа, дабки продать. Я купил одну рубашку, купил джинсы, все, мне, я думаю, этого достаточно. Я не вижу смысла там брать 1000 вещей. Там что-то вроде хотят засудить, слышь, там мне похуй, кого там хотят еще засудить, блядь. Я думал сделать именно пластику носа. Да, пацаны, что ж вы хотите меня поменять-то так сильно? Пластики, носики, еще что-то. Сейчас пойдем в зальчик, сейчас немножко потренимся и поедем к Ваде. Пацаны, блядь, ебать, фу, блядь, иди отсюда. Пацаны, подпишитесь на YouTube канал, моем ТГ, по-братски, блядь, там ТГ, YouTube канальчик, надо фоловнуться так чисто. Кто, ну, типа, кто может чисто по кайфу, да, кому интересно. Ну, сегодня просто там будет стримчик. Там будет стримчик просто сегодня. Блядь, эти бычки вылетают, нахуй. Ну, в принципе, вот так и живем, блядь, хули тут поделать. Прикольная у Славы днюха была, мне очень понравилось, так повисели, побездел со всеми, походил, там, блядь, Ростики, Ростик шею сломал, приезжаю, думаю, ебать, фараон приехал, думаю, ого, с плохим парнем повисели. Типа, ну у нас тут очень много стримов было запланировано, ну с Бурмалдой в том числе, но видите, как все пошло, оно все отменилось. Тем более, я еще сюда раз приеду, у меня еще есть две идейки здесь, так что надо будет не вернуться как-то. В скором времени. Блять, ебать, чуть не промазал. Кого ты в бустере на ДР увидел впервые? Ну, Крида, наверное, в жизни увидел впервые. А так я всех уже давно видел. Вот этого Дима Гордея я видел еще раньше. Что подарили? Мы с плохим парнем подарили ее сумку Славе Диор. Ледяна я видел и до этого. Подпишусь, и эта хуйня на подбородке подпадет. Ну, блядь, да что вы так доебались до этого подбородку, мужики, так все же нормально. Блядь, как будто вы все, сука, прям, знаете, с этого, ну, вообще супер красивые такие, неправильное слово, супер идеальные, скорее всего, потому что и так все красивые по-своему. Типа супер идеальные без изъянов. Я уверен, кто-то сидит, блядь, с носом, как у Пиноккио, и это нормально. У кого-то, блядь, плечо одного больше, чем другое, у кого-то волос нет, допустим. И все, типа, все нормально. Один я, блядь, да, какой-то орк, блядь, изенгардский. Видели, как он с болота вылазит такой? Вот это как я, блядь, я так вылез, блядь. Да не, шучу, я так не вылазил. Да не, я тоже красивый, хули. Ты же украинец, тебе должно быть пох на законы РФ про Бурмалду. Да, я согласен, ну, в этом плане. Но, как видишь, Твичу не пох, Твич просто банит пермачом сразу. И все, и пока, блядь, и все нахуй, и похуй, откуда ты. Рома тоже с Украины, если что, Ром, ребята, а что-то Рому пермачом уебали. Типа, вы понимаете, как работает. Да, я сегодня буду на ДР Марка. В смысле, Рома в России живет, Рома живет в Стамбуле. Не думал зубы сделать, а что с ними? Мешают, типа, на лапижу? Или что? Что мне с ними делать, блядь, обычные зубы? Да нахуй что-то делать, если ты себе нравишься, мужики. Ну что вы напридумывали? Не думаешь все зубы сделать, блядь? Сделай себе локоть, нахуй, не знаю. У тебя какой-то локоть странный. Тебе не кажется, какой-то локоть странный? Не думаешь локоть себе сделать? Типа, не думаешь себе, блядь, ягодичную мышцу пересадить на лоб? Чтоб ты, блядь, вот так лоб напрягал, у тебя, блядь, такая гуля тут была.
Что ты еще? Не думаешь себе уши сделать, как у эльфа, блядь? Вот, ты же любишь эльфов. Почему бы и нет? Не думаешь себе родинок добавить на лицо? Ну, просто так, что типа ты под рушляком как будто загорел, но ты, у тебя родинки. Не думаешь одну бровь сбрить? Это круто, кстати, да. Типа ты перформанс такой, да? Одна нарисованная, одна сбрита, блядь. Там не думаешь, что ты еще? Не думаешь себе третью ноздрю въебать посередине, чтобы лучше дышалось вообще? Вкус жизни лучше был. Типа разные вариации есть. Да не, мужики... Короче, я по поводу подбородка спрашивал, ну, на самом деле. Говорю, мужики, можно что-то подредактировать с пиздочком? Они сказали, бро, сказали, все наши врачи не могут это ничего сделать с этим, прикиньте. Не могут мы с этим ничего сделать, поделать. Я говорю, блядь, и что мне теперь? Ну, вы видели в телеге? Вы видели пост в телеге я нашел 2019 года, выложил? Что я там этот, 88 килограмм, ебать, у меня там пачка. И, блядь, вообще не нравлюсь себе в 2019 году. Очень странно, как-то пиздел на камеру, как клоун ебаный, мне это раздражает. Я увидел просто свой кружочек, я такой, блядь, что за кринж. На ютубе зубривым не будет совместно? Будем. Ну, короче, как вы поняли, по планам много чего интересного ждет. Блядь, ютубчик бы поснимать ролики какие-то. Мы со Стасом поговорили, он говорит, ебать, идея есть. Я думаю, блядь, прикольно, конечно, прикольно. Когда ты видел Артура последний раз, хорошо, Павера? В начале января, в начале февраля я ездил к нему в гости. Мне чел пишет, липолитики тоже нельзя вколоть, он жир. Пацаны, так это не жир, ебать, это физиология, это не жир. Я не жирный, нахуй. Ну, это даже неплохо, если бы я был бы жирным. Ну, типа, это не жир. Это физиология, это мышца, все. Ее невозможно убрать. Ну, невозможно. Ну, таким я родился. Ну, я такой тип. Ну, все, блядь. Не бейте вала. Ну, такой штрих я. Все. Носик можно редактировать. Но я не буду. Мне нравится этот, похож на член. Посмотрите, какой же он прекрасный. Кстати, я ходил на эту залупу. На темную залупу ходил. Мне постригли. Ну, нормальная притча, да? Такая, типа, мужицкая. И мне еще пизданули этот. Темный воск сюда, сюда. Вот так в носик. И как дернули. Посмотрите, у меня даже волос на носу нет. Сука, тут росли такие большие волосики, ничего нету. Поняли, вот тут так подредактировали тут. Первый раз, понятно, так ходил, ни разу такой хуйни не было. И так сделали мне. Я то охуел, я думал, ого, прикольно. Я думал, это какая-то тут такая тема не пацанская. Но я потом... Что, блядь, бабушка? Чья бабушка? Блядь, это нормальный движ. Ты пошел себе, снял вот эту движуху себе. Памс, бэмс. Че вы все мозги... Есть такой, ладно ж, пока ты ищешь гол, неформальное движение, все дела, но когда тебе уже за 25 пересчитать, корчить из себя трансформера. Что, это предъява или комплимент, я вот понять не могу. Тупо не понимаю. Какой нахуй никогда, какой с ним стрим? Вы что, въебались, блядь, совсем? Никогда в жизни. Ты вообще уходишь с Твича? Или только на... Какой ухожу, мужики, вы чё? Блядь, рассказал типу про кучу идей, он говорит, ты что, уходишь? Нет, конечно, я не ухожу, блядь, вы чё, мужики? Так часто подбородок такой из-за прикуса, у тебя норм прикус? Да, смотри. Норм прикус. Типа, что мне делать, вот так, типа? Это типа, если я... Вот такой прикус должен у меня быть, да? Или что с столяровым? Нет, я не слежу за данным человеком, так что я не могу знать. Ебани вагинопластику на подбородке. Что, блядь? Что, блядь? Что это такое, блядь? Может, еще очко отбелить, блядь, дурачок? Как с тобой можно связаться в ЛС в соцсетях? Ты не отвечаешь. Вообще-то я отвечаю в своем телеграме, я общаюсь в телеге, иногда комменты отвечаю в основной теге. Я не вижу в этом проблемы. Ну, когда у меня есть время, ему там что-то поотписывать, блядь, попиздеть с кем-то, нахуй. Стас вчера 20 лямов выиграл, я видел, да. Я видел, пиздец, да хуя, конечно, охуенно. Я рад очень сильно за Стаса. А еще я не понимаю, какого хуя у меня так быстро садится телефон? Ну, он греется, блядь, пиздец, он очень горячий. Кажется, это из-за наклейки Аункера, сейчас мы ее снимем. То он очень сильно греется. Я не понимаю, почему. Вадя вчера стримил на ютубе 2 часа, у него телефон вообще не сел. У меня, пиздец, телефон садится за секунду. Хотя у меня прошка. Это потому, что
Ты жирный. Охуеть, вот оно что. Планируешь на свой... Что планируешь на свой ДР? Да, блядь, ДР у меня через полгода, охуенно. Новые татухи бить будешь? Я думаю, бить новые, но я еще не понял, что бить. То, блядь, нахуй мне бить? У меня вот третий сосок вылез. Я думаю, как его, ну, убрать вообще. А, если у тебя хуй на носу, то что у тебя в штанах? Блядь! Твоя рука, блядь, что? Нога твоя! Как тебе дела, Ра? Нормально. Как дела? Да нормально, девушка. Я же с ней ранее был знаком. Я в Амстере виделся с ней. Сколько хлеб продашь? Какой хлеб, блядь, еблан? За изумруд. Короче, мы идем в зал с вами заниматься спортом сейчас. Понятно, мы будем сейчас качать сиськи. Я с вами качал сиськи или нет? Я вот хуй знаю. Я качал сиськи или нет? Но мы еще одну цебуху пропускаем. Сколько времени сейчас? А ну дайте мне инфу какую-то. Сколько времени? Сколько времени? Не боишься, что канал на ютубе снесут? Похуй. 14:18. Так, у меня есть 2 часа. Это по какому? По Стамбулу. По Дубаю сколько, скажите мне. По Стамбулу. По Дубаю, скажите мне. По Дубаю у нас 14. По Дубаю 14. Так, это у меня есть 2 часа. Я сейчас занимаюсь спортом и еду к Ваде сразу. И мне надо бы желательно еще телефон подзарядить на следующий стрим. Следующий стрим на ютубе, пацаны, в ТГ. ТГ ссылочка. Фоловьтесь на канал, сука. Какой зал? Погнали бухать. Какое бухать? Ты натурашку с братиками или протеины, гейнеры и т.д.? Ну, у меня протеин есть, но это, считай, тоже натурашка. Ну, блядь, просто витамины и протеин — это натуральное. Не натуральное — это что-то другое. Не, ну я натуральный, я натуральный. ТГ, ТГ! Да все, блядь, подпишитесь, пожалуйста. Где айсберг снусоед? Ну, скоро увидимся с ним. Блядь, мы пойдем, ой-ой-ой, мы пойдем еще с Палагиным. И пойдем с Палагиным, и пойдем с Никитой одним в Варшаве. Пойдем с гадалками попиздим. Ебать, они орать будут, бро, это пиздец. Они так будут орать, мы будем такую хуйню нести, пиздец. Это просто пиздец. Что думаешь, набери... Набей на руки фри... ну, name фриков. Фу, блядь, что-то тошнит меня, нахуй, что-то я переел, пиздец. Просто я смотрю, касс закончился, теперь тут иногда появляюсь. Бро, да будет Бурмалда, блядь. А знаете, что будет на ютубе? У меня есть идейка. Знаете, что я придумал? Знаете, что я придумал? Помните, мы на Ктаньми делали с розыгрышем бабок для типов? Помните? Я вам деньги разыгрывал. Помните? Ну, типа, вы просто брали бонуску, и вам деньги давал за это. Просто так. Мы улучшим эту хуйню. Мы ее улучшим. Сейчас рулеткой. Сейчас рулеточкой, пацаны. Да-да. Да. Теперь будет сейчас рулетка. Бурда, сейчас рулетка. Сейчас рулетка, бурда. С вашими эмоциями, лицами, блядь. И там на запретке похуй вообще. У меня нет вебки, с телефона будешь заходить. Там на запретке поебать. Тыры-пыры. Это вообще разъеб. Пацаны, вы что, это вообще разъеб. Это уже вообще будет разъеб. Ну, просто разъеб башки. Это просто пиздец. С Морданом виделся? Да, виделся. Почему Бустера в зал не позвал с собой? Да не, да я просто в соло решил подрубить, позаниматься и пойти. Она же запрещена на Твиче. Так мы не на Твиче будем. Бабок вам дам. Почему ты жирный? Получай, сука! Жирный, блядь, кто жирный? Кто жирный, дурачок? Иди сюда. Иди сюда, нахуй. Иди. Иди сюда, блядь. Иди сюда. Иди ко мне. Ко мне иди. Садись за стол. Что, муху убил у тебя. Муху убил. Убил муху. Муху просто убил. Ну, муха прилетела. Я засейвил тебя. Ебать, титан. Это ты иди.
Я иду куда? К вам идти? Ладно, все, ластовая цепуха и уебываем, нахуй. Ой-ой-ой, блядь. Кстати, как раз ластовая. Легко ли вести стримы на Твиче? Взял телефон, гуляешь с друзьями, подубает, видишь, Париж, все такое. Будет стоп, хочется начать стримить. В этой сфере нихуя не шарим. Брат, ну, я думаю, у тебя получится, но точно не из-за моих советов. Ну, ты сам умный, тип. Ты раздуплишься, понимаешь? Ты умный, ты сам придумаешь. Типа, я сам не стример, бро. Я такой, типа, чисто кайфовщик, понимаешь? Кайфульчик. А когда будет резюка с чат-рулеткой примерно? Когда я вернусь в Стамбул? Бля, так раскурился, пиздец, мужик. Выебался. Так раскурился, блядь. Ужас. Сишка за сишкой. Когда стрим с Мастером? Я не собираюсь с ним стримить. Подъезжай. Когда видосик на Ютубе старый добрый? Ой, да нет, пацаны, ютубчик нахуй. Ютубчик нет. С Илоном Маском сделаем скоро, да. Скоро на SpaceX полетим, на планетки полетаем, да. На Ютубе будет в 4, в 5. В 5, скорее всего. Ты до сих пор веришь в хуйню, что никотин разгоняет жир? Нет, конечно, блядь. Это вообще курить это плохо. Бурмалдить это плохо. Это плохо. Да, блядь, а что я вам говорю? Вы пока сами этого не поймете, ничего не сделаете. Не поймете. В США не буду делать визу, не вижу в этом смысла, потому что надо еще пол Европы объездить. Мне надо в апреле родителей встретить. Родителей встречаем и несемся с ними висеть. Да, мама, папа. Как дела? Охуенно. Что по Японии? Ну, видите, тут каждый раз, блядь, планы меняются. Типа, мы планировали в Японию еще в декабре. И сейчас в марте у меня... Короче, просто смотрите, в марте у меня еще, возможно, мы с Палагой полетим все-таки в Таиланд. На недельки 2-3 поработать. Танюша ждет, я вижу, видел. Как похудел? Блядь, да просто. Возможно, в Таиланд. Типа, поедем, чтобы, ну, там и постримим, и поработаем, повисим. Вот, я думаю просто. И посмотрим. Вот почему Япония, блядь, как-то она отличается. Почему у тебя тебе, что он не худел? Как шикарно тебе живется. Не сказать бы, что шикарно, блядь. Подожди, а чип вчера что-то снялся или нет? Мужики. Че, прям приехала? Че, серьезно, блядь? Да ну нахуй. Че, серьезно, приехала? Он снял Audi. Блядь, я знаю, что он Audi снял. Я имею в виду, ну, woman. Woman. Есть woman? Че, не, че, серьезно, типа? Так, мне надо мой второй телефон, и мы идем заниматься с вами. Зальчики нахуй. А потом пойдем к Ваде кататься на тачке. Он к ней поехал? Так, там уже Бурмалда мне пишет. Сейчас, мне надо карточку взять. Таблетки я пил. Злей, що робити? Розійшовся з дівчиною, якою був 3-6 років, і вона поїхала в Польщу через пару місяців, поняв, тому що вернути вона має нове життя без мене. Дуже больно. Брат, ну тут тільки время поможе, чесно. Ну, время, друга жінка і якесь заняття. Ну, тому що по-другому, ну, ніяк. Тут тільки тайм поможе, розумієш, сладкими. Типа, ну, ти сильно не розстраювайся. Просто, типа, блядь, все буде хорошо. Ти, головне, нікуди хуйні не делай, не вздумай нічого плохого делай з собою. Там ни в коем случае все наладится. Будет еще у тебя и малышка, и шишка будет стоять. Все будет хорошо.
Тестировочек нет. Так, у нас, что у нас? А я видел, там он кидал вумен. Так, что у нас такое, мужики? У нас сегодня с вами зальчик. Жим штанги лежа, два разминочных, три рабочих по 8 повторений. Тренажерных груд. Отжимания 4 подхода. Жим груди под углом 30 градусов. Ну все, в принципе. У нас так не так много. Так, чисто для поддержания формы. Грудь. Так, ты чаще в инст или в ТГ отвечаю? В ТГ в постах. Ну, что-то ответить, если есть желание. Ну, это типа не всегда, потому что... Не всегда, короче. Не забудьте еще покурить. Как скажешь, да. Обязательно покурим, блядь. И выпить 50-ку еще. Ну, сейчас будет чуть сложнее, потому что я пил. О, кстати, никого нет. Вообще охуенно. Hello. Неудобно просто брать. Вадя не против, брат. Ты какую-то несенитницу пишешь. Я в начале стрима рассказывал, когда с Ренатом, когда мы все что будем делать. Че, рели никого нет? Вообще разве, блядь, тут там какое-то полотенце. Это чье вообще? Там штрих стоит. Что это такое? Тут же никого нет. Почему она лежит здесь? Thank you. Ой, мужики, сейчас мы будем заниматься спортом с вами. Сейчас мы с вами будем заниматься спортом. Сейчас мы будем с вами заниматься спортом. Не знаю, такой контент вы любите или нет, но тоже сильно, да, типа приехал в Дубай висеть, тупо стримит отель и зал. Не, ну это я, пацаны, это я. Это типа, ну, вам надо привыкать. Вам нужно привыкать к такому. Привыкайте, мужики. Привыкайте к такому. Не привыкайте, ну блядь, я же говорил, что я Ирреал Тим. Оп. Ладно, сейчас мы сделаем рядь небольшую. Оп. Разминочные, да? Так, сразу накидываем. Я 3 разминочных сделаю. Сейчас я твич открою, чтобы я видел. Твич. Сюда нам. Казнь, за что казнь? Мужики, за что казнь? Я ничего не сделал. Спортом занимаемся. Да я не буду штуки зашнуровывать. Захожу вам штангу и не бил. Есть такое. Так, 40, 50 и 70, да, пойдем сразу? Или сразу? Не, ну надо 2 разминочных сделать. 40, 50, потом 70. 80 брать не будем, тяжело. По 10 раз, да? Не, с яйцами все в порядке у меня. Ну все. Просто не громче, сучка, заткнись. Все, погнали. Слушайте, я как эта блогерша, да, которая? Типа, пацаны, 10 сабок меняют русики. Там, не знаю, на шарике попрыгаю, ну типа могу жопу покачать. Заказывайте. Ой. Бля, еда выходит еще просто. Oh.
Опа. Пятерочки. Где пятерочки? Сука, не разбирают после себя снаряды, это больше всего меня раздражает. Потому что все, блядь, занимаются, никто не разбирает снаряды. Как нормально заниматься, я не знаю. Надо все вот это разбирать постоянно. Кто тут бицепс сделал 30-кой? Опс, он нормально видно? Даже думаю не зажимать их. Я, это вы, сука, занимаетесь и ничего не разбираете? Как нормально заниматься, если вы ничего не разбираете? Мужики, вы хотя бы после себя разбираете что-то. Надо после себя всегда что-то разбирать, понимаете? Не будьте крысой, блядь. Не заводи локти за плечи. Потом больше не сможешь свой жим лежа делать. Я же не завожу. Зажми. Зачем зажимать? Вес хуйни. Бля, так вес хуйни. Нахуя зажимать, мужики? Вы че? Ну вес вообще хуйни. Я не вижу смысла. Все, меньше пиздеть, больше делать. Ну вот, а сейчас мы сделаем 70 килограмм на 8 раз. Я надеюсь, у меня выйдет. Вот так, пам. Но 80 это слишком много. Вот 70 это заебись. Слушай, а если я сейчас сниму эту тему, эта тема вот так не взлетит? Не должна же, да? Ну нет. Вроде бы нет. Вроде бы ничего не должно так взлетать. Вот так делаем просто. Ой-ой-ой, вот сейчас папа попу порвет. Ой-ой-ой. Бля, мужики, сейчас в жопу порвется, пиздец. Ох, ебать, сейчас попа порвется, мужики, я того все ебал. Сейчас все порвется, блядь. Брат, очко порвалось? Нет. Ой, ебать, блядь, а как сейчас вывести? Ладно. Погнали. Блядь, главное не уебаться этой хуйней. Фу. Неплохо, да? Хорошо. Хорошо, блядь. Хорошо, блядь. Хорошо. Хорошо. Но я больше не буду повышать. Я так чисто, чтобы мышцы помнили. Я 90 на 10 беру. Да ну нахуй. Пиздишь. А ну видео скинь тай мне. Теперь 150. Ого. Таня. Такие 30к, блядь. Какие 30к, на? 200 на 1. Да-да, конечно, что трое меня поднимешь. Не, зачем мне сотку жать? Это же не рабочий вес. Не, я бы 80 на 9, на 8 раз бы сделал, но это, ну, я не вижу в этом смысла. Фу, ты же столько курил, какой зал обычный. Не зажимай зажимами.
Что, прям сейчас? Подождите, сейчас что-то поменяется. Мужики, сейчас что-то поменяется. Сейчас, подождите. Блядь, что это, только на грудь сделаю? О, пацаны, сейчас мы, наверное, пойдем на ютубчик. А что это получается, я в зале не позанимаюсь сейчас? Ладно, еще разочек. Сейчас, мужики, что там у нас меняется по планам? Вы все на ТГ на ютубчик зашли, мой? Через ТГ. Фу, ебать жарко. Ну, еще один подходик. Тут одна проблема есть. Тут одна есть проблема, она, у меня телефон садится. Это 70. Сейчас, кажись, мы пойдем на ютуб, мужики. Сваде. Короче, я придумаю, ребят, после стрима мы все обговорим. Сейчас, мужики. Я просто с Вадей хотел постримить. Ну, с Эвалоном. Понимаете? Так он что-то не отвечает, он мне сказал, а потом что-то забил хуй. Так, а сколько там подписчиков на YouTube-канале? Интересно. 2000, так мало. Ебать. Так мало. Почему так мало? Не, какой, какая бурмалда? ИРЛ. Лол, скини аккаунт Ютуба по-братски. Все данные сейчас. Мне надо будет заходить. Мне надо будет заходить сейчас. Окей? Тебе хватит. Я сейчас дам тебе. Ладно, последний подходик. Хотя бы вот этот сделать, а потом дальше. Ну, сейчас, Вадя, посмотрим, что он будет говорить. Погнали. Да есть же, блядь. Да есть же, блядь. Да есть же, блядь. Мужики, да есть же. Да есть же. Да есть же, блядь. Ой-ой-ой-ой-ой. Блядь. Я так понял, я не закончу тренировку, что мы сейчас поедем. Там Вадя мне писал просто. Пока он не напишет, мы будем еще тренироваться. Сколько у меня зарядки? 50%, нормально. Так, мне надо дальше что?
Тренажер на грудь, если есть. На грудь это что у нас? Это вот это блядство, да? На сиськи. Вот это. Сейчас мы все сделаем. Фу, блядь, сисью надуло мне. Ебать, сисью надуло. Ебать, мне сисью надуло, мужики. Ебанешься. Привет, привет. Ебать, мне сисью надуло. Что у вас такое? Такое ставить? Вот так, да? Такс. Тренажер на грудь. Два проводящих и три рабочих по 10. Угу. Фу, блядь. Так, я понял. Бля, Вадя странный, просто уже готов, запускай рел, гол, давай. Просто не пойму, когда он, что там по времени. Ебать, мне кто-то в ТГ скидывает, как он хлеб испек. Пиздец. Бурмолдовую. Я в шоке. Ладно, смотрим, сколько подписчиков. 1800, блядь, мало. Мало! Давайте 25 сделаем пока. Тихо, 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 не ори. Тихо. Сразу ставим 35. Ждем. Вот так, пацаны, блядь. Вот так и качаемся. Куярик. Не так много. А то раскачаешься и лопнешь. Не, нормально, 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 ребят. Мы сейчас раскачаемся нормально с вами. Вообще охуенно. Но мне уже жарко прям. Сейчас я подожду, что там Вадим, блядь. Ну ладно, если пока Вадим не отписывает, попу, будем заниматься. Не смотри вниз, пока делаешь, и не сиди между подходами. Так это же, ну, типа, мне не сложно, понял? Типа, я могу сидеть вообще спокойно, мне вообще, ну, типа, с кайфом. На что это упражнение? На сиськи. Это чтобы я мог сиськами телефон держать. Да, тяжеловато, конечно. Ну, особенно, когда ты бухал. Особенно когда бухал и пошел в зал, ну не сегодня, типа позавчера. Будет сегодня у Зуба фильм, если да, то какой? Я не знаю. А, ты Ярика спрашиваешь? Давайте еще десяточку. Хорошо идет. Я так понял, я даже не успею тренинг закончить, потому что мне сейчас надо будет идти собираться, типа уже, блядь, в этот. Не, ладно, сделаю это упражнение хотя бы чуть-чуть, и потом мы пойдем собираться на стрим. В конце делай секундную задержку. Тут 35, да, но мы сейчас берем 50. Ты уже ускорился до скорости света, у тебя сзади телевизор летит. В смысле? Когда бурмалда, не знаю, пацаны. По приезду. Все по приезду, пацаны. Все только по приезду. Только по приезду. Как вернемся, все будем делать. Сможешь меня раздуть, чтобы я был как амбалы, которую на охране у Славы?
Бро, я не знаю, как так раздуваться, мне же самого раздувает. Так, это сейчас три рабочих. Ого, вот это я, конечно, прикурю сейчас. Прикурил, мужики. Ой, блядь, мужики. Ой, ебать, я прикурил. Вот это называется покурил перед тренингом, блядь. Ты слабенький, да, есть такое? Ну, типа, в смысле слабенький? Нет, ну, типа, я планировал стрим, я должен постримить. Но у меня плюс еще телефон садится, меня это раздражает, почему там очень быстро садится. Очень быстро садится. Вчера я видел, как Вадя стримил 2 часа, и у него еще было 70% зарядки. Я стримлю 2 часа, у меня процентов 10 уже, блядь. Когда братики будут... Не, брат, братики не будут в МСК никогда. Ты мякишь? 28-го к Славе на ДР, ну, возможно, да, но у меня вылет в 10 утра. Типа, я, если и пойду, то ненадолго. Но вылет в 10 утра, и просто надо нормально выспаться, нормально приехать. Потому что у меня по приезду сразу я иду на стрим, пиздец. Типа, я даже сильно не отдохну. Ну, я прилетаю и сразу на стрим. Я, наверное, буду спать в самолете. Просто еще не знаю, как это все будет. Фу, это первый рабочий был, да? Зачем мне игры качать? Да мне насрать вообще на ноги. Фу. Но я так понял, я вот этот делаю подход, иду собираться и еду к Ваде. Не получилось долго постримить. Вот поэтому, типа, понимаете, вот поэтому я мало стримлю. Потому что каждый раз что-то. И типа я сейчас совмещаю стрим с залом. Хотя я не сильно люблю в зале стримить. Потому что я люблю больше в соло заниматься под музыку. И так лучше. Потому что мне надо еще пиздеть, тратить силы. Фу. Ну хотя бы это доделать. Фу, блядь. Я с вами говорю, не сам с собой. Ебать, я сейчас сдохну. У тебя ноги трюсятся, как у бомжа. Блядь, это просто... У меня всегда ноги трюсятся. Ну, тут сейчас 50. Тут 50. Ну, я так... Вот это сколько по стримеру и в зале позанимался. Ну, ничего, вы сейчас поймете все сами. Ебать, а что там? Что со Славой? Что это? Под капельницей молодой, ебать, а что случилось? Что это у него, пацаны, а что в ТГ Славы, что у него с лицом? Что он такое дыхает? Что это? Пацаны, это же не ашкютишка. Так не, он вообще не пил.
Ебать накачало мужика, ебать накачало. Ебать накачало. Ебать накачало. Из-за давления, походу, ставят ингаляцию. Короче, мне надо сейчас блять. Я вообще не знаю, планы как-то так меняются странно. Надеюсь, со слабой все норм будет. Все, мужики, блядь. Эти сиськи, блядь. А, ну нормально так сисю надуло. Нормально так понадуло сисю мне. Алло, до талого, до боли адской делай. Правильно он говорит или нет? Ручки жиденькие. Ебать мне качки нахуй в чате. Вы че, блядь, гиганты нахуй? Сейчас, мужики, перекурим. О, блядь. Я не дрищ, с генетикой не повезло. Ой, блядь, Вась, это все вы так говорите. Жим от груди под углом 30 градусов на тренажере с Митей. Блять, это вот здесь, что ли? Смите, блядь. Мне какой-то Смит будет жать. Ну тогда я после ролика подъеду к вам. Смысл мне сейчас запускать? Вы же будете снимать. Фу, блядь. Качай попу, я приеду потом. Так куда ты приедешь, дядь? Расслабься. Ну, мне надо тогда... Ну ладно, я буду делать. Хули мне делать, я буду делать. Пока там Вадя еще ингалятор дышит, они еще ролик будут снимать, у меня еще есть время. Блять. Правда, чат? Хули отлынивать-то? А то в Стамбуле уже. Сейчас, а ну-ка. Вот так, нормально? Нормально? Вот так, если сделаем. В смысле ниже? 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 Сука. Вот так? Короче, блядь, сами нихуя не знаете. Кого я слушаю, блядь? Чё оно, блядь, не двигается? Ещё ниже. Алло, мне 45 градусов надо. Мне нужно 45 градусов, а не ниже. А что с пальцем? Да никому в зале нет. Кому нахуй нужно заниматься вообще спортом, мужики? Кому это нахуй надо вообще в жизни? Правда? Кому это надо в жизни? Вот нахуй кому-то спорт? Я не понимаю. Но это дело не мое. Это дело других. Ну так это через час, бро, да? Через полтора или что?
Просто не пойму, Вадя, Вадя, ты что сейчас едь, то не сейчас едь. Что там мне делать надо? Три подхода по 8, два разминочных. Ну, и садками раз... А, блядь. Все, пацаны, настримились. Мы настримились с вами. Короче, тогда я иду в душ сейчас. Иду в душ и приеду через минут 20, 25-30. Все, настримились. Что сад? Не надо сад делать. Короче, смотрите, даю вам задачу, через час я буду стримить с носиком 192. Так что жду вас на ютубчике. Ссылка в ТГ. Переходите в ТГ. Переходите в ТГ. Там все будет, окей? Окей, мужики. 1 кг набрал. Не, нормально. Это вода, еда, я же поел. Все, ссылка в ТГ на ютубчике. Жду вас там. Окей? Все. Фу, блядь. Ну, хотя бы два упражнения сделал. Сами понимаете, стримы. Сейчас я быстро телефон на зарядочку и лечу к Ваде. Все, вы будете там меня смотреть? Вы будете меня ждать там? Все, рейд никому не даю. Жду вас на ютубчике. В ТГ дам анонсик. Через сколько? Через часик где-то. Через часик. Подрубим. Все. Увидимся.